Чувак, мега крипов. Нахуя, бля, чувак. Бля, не знаю, ебать. Я в Наруто катану пару раз после этой катки. Добавь Ваньку. Да он, сука, не отвечает нихуя. Зашкварился? Зашкварился, бля. Ебать, плохо. Беру след. Да пиздец, Дима. Я знал, не трогай. Луна благоволит верным. Ночь видит все. Я предполагаю, что сейчас... Где Ванька-то, ёпта? Чувак, он занят, типа. Шкварит. Душением Шкурка. Своего кожаного друга. Шкурку шкварит, бля. Да. Знаешь, что он делает, чувак? Без промедлений. Ну, да. Он тренирует свой удушающий прием. Поберегись. Хватку слона, что-то мне подсказывает, что мы его еще увидим. Хватку хобот. Светом звезд. Отведай стали. Ты увидел, Дима, как он под девком там хуярил. Пытался, да? Да нет, Данюк. Данюк, как раз таки. Ну чё ты как-то у меня хуярил? Там он в новом состоянии? Кто посмел? Да чё он, блядь, я не знаю, чё с ним. Ваша центральная башня да, как слизи, вот, мне быстро врубать, я правда прослив, я чувствую, сейчас. Да, пиздец, один ебаный РП и всё. От Магнуса и все, и КГ. Репорт Луне. Ну да, конечно, Луна, блядь, ебала всех. Да, репорт. Репорт, блядь, да. Топ, топ Луна, блядь. Луна. Нахуй, говно, блядь. Какое-то ебаное. Турбокнопки нет там никакой? Сколько там? 40 человек эту игру стримят, Наруто. Так. Наруто. А, просто тори в ебанку, не обидно. Анекдот. Ну, я поменял его без всяких там нюансов. Ну, я просто зарегистрировал. Там прикол-то. Вот так что, когда что-то не есть, они присылают. И мне разбирают. Ну, да, вот хуйня. Я не могу зайти. Ладно, я спать. Споки ночки. Угу. Экентам своим пожелаю улучшения их скилла улучшения. А, давай, спокойной ночи. Спокойной ночи.
Я? Не, я челу говорю. Челу спокойной ночи. Да. Где мой план, блядь? Так, у меня вообще она показывается? Вывести мы из этого. Минный код у меня на сколько. А, ну да. Так, сейчас буду в Наруто ебашить, чувак. Ванька почему-то в онлайне, блядь, ВКонтакте. Ну, блядь, да, вот, сука. С тёлкой, наверное, пиздит, блядь. Не, на кровати. Не, на кровати. Вот. Ой, блядь, сейчас наткнусь на какой-нибудь задрот, который меня разъебёт. Я, блядь, вообще практически не выигрываю по сетке. Ну ладно. Гитарфиру, знаешь, как ты бог? Могу подкопить. Вот есть, знаешь, я тут на там ебать. Там есть гитара купила. Ага. Ну там есть диск, когда есть гитара. Угу. Я тут не покупаю, а скачиваю. Ну да, да, да. Снимок. Угу. А мы иначе не брал бы, блядь, типа, что еще на диске тратить. За китайские поинты, блядь, да? Ну, китайские поинты. О, блядь, начало норм. Интернет. Я помню, он еще и скинул. Ну там пиздец, да, какого-то года там. Если сложишь банк, тебе всю хуйню это забанят, блядь. А если тебя все время совместить, он тебе на Xbox'е, на компе, блядь, сука, на телефоне даже, блядь. Бан сложный. Вообще такая забавная хуйня. Бля, я даже ни одной точки навести не могу. Хуярим черный рэп. Ауди. Бля, урода.
Ну, а было что-то, блин, такое. ДТР был на сцене, да? Да. Я даже не понимаю, как у него способности работают. Вот пить его. Ой, блядь. Я проебал. Блядь, мне даже играть дальше не хочется. А чё вы? Чё, спать пошёл? Въебал, нахуй. О, у меня есть игрулька, знаешь, чувак? The Hunter Primal. Слышал про неё? Я помню нашу игрульку The Hunter, мы. Это тоже Hunter, только ты тут охотишься на динозавров, чувак. Нихуя себе. Да, тут есть T-Rex. Я только попытался поиграть The Hunter, блять. Вообще никого нельзя убивать. Всем лицензия нужна мне. Тут новый Hunter, кстати, вышел с охуевшим графоном, чувак. Call of the Wild, там, ну, он называется. The Hunter Call of the Wild. Ай, блядь. Какашек атаки. Какашек, ёпта. Одна карта. Подтвердись. Мадара Учиха. Не знаю, сыграть еще одно или что-нибудь другое. Сыграй. Я тут Dishonored поиграл. Пиздатая игрулька, чувак. Помнишь я? Dishonored самая лучшая игруля, блин. Сыграй, блин. Я говорю, Dishonored охуенный. Mm. Футбольчик. Может Mortal Kombat рубануть, а там никто не играет уже 2 часа ночи. Может там хоть кого-нибудь обыграю? Ты с кем катать собрался, чувак? Чё ты говоришь? Катать с кем собрался? Просто в Mortal Kombat сыграю, чувак. Ну да.
Hey, yo. Yo, yo, yo. Yeah, come on. Прямой, да. Какой, блядь, читал, где прямо всех привет, блядь. Слышь, Тох, там у Димона есть Mortal Kombat 10? Нихуя нету, мы скачиваем Mortal Kombat чуть. Мы скачиваем Complete Edition. Ай, блядь. Ой, круто, чувак, поиграем в нее. Ты знаешь, что мы, наверное, будем единственные, кто вообще в эту игру будет играть? Ай, блядь. Интересно, а Mortal Kombat лагать будет у тебя? Нихуя, а чё он лагает? Всё закрыто нахуй. Бред какой-то. Слышь, чувак, посмотри, у тебя лагает Mortal Kombat? Не знаю. Ну вот этот, который я сейчас играю. Десятый. Ну, стрим я имею в виду. Сейчас посмотрю. Не лагай. Интересно. О, долбанный задрот с 3000 побед, нахуй. Ай, блядь. Побед. Нихуя ты. Че такое, чувак? 50 побед. Вот, да?
я сейчас задротно буду играть каким-то. А, все понятно, я понял. Ой. Нихуя, я выиграл раунд. Блять, сука, вот и ёбки. Да ебал, сука, в рот, говно. Так кто это? Макрофон 50 и нету. Какой-то, блядь. Обнадеживающее замечание. Ну последний, блядь. Ну последний 50. О, что, заходишь? О, блядь, опять этот же чел, ну пиздец. Нет, Никита, ты тут? Ну да. Здесь?
Я Mortal Kombat играю, 10-й. Блять, тут, по-моему, всего два человека играет. Я и еще один. Чел, который меня разъебал. Блять, он долбанный задрот. Я ему одну тычку дал. Так, принеси сюда вместе с тычкой. Бля, он меня так в изи разъебал, пиздец просто. Какой-то уёбок, блядь. Че, зло, чувак? Да, чувак, я тебя зову. Че ты там делаешь? Че ты там слушаешь? Мы в Midnight Club снимаем. Кого? Midnight Club. Это радио или что? Радио. Сука, блядь. Это альбом Fury Seconds to Mars или что? Клоночки, ёпта. Что? Скажи на там. Клоночки на PlayStation 3, блин. Бля. Бля, ебаный ярмак, как он меня бесит. Да я опять проебал. Блять, они такие задроты, это пиздец, чувак. Что? Да противники, блять, я никого выиграть не могу. О, я выиграл раунд, прикинь. Нихуя. Да. Но надо еще один выиграть. Блять, да не, сука, эти камбухи делают, вижу. Пиздец.
Может, его разъебу, чувак, открой. Чё? Может быть, я разъебу его. Да, я его выиграл, чувак! Чё выбил? Я его выиграл. И фаталити сейчас нихуя сделаю. Почему все зависло? Он ливнул, что ли? Я его разъебал, пиздец. Круто. И завис почему-то. А, во. Фаталити. Я его в обрыв скинул. Блять, 3000 побед, это пиздец вообще. Чего у тебя так шумит, алё? Где ты, блин, шум воды какой-то? Чувак, ты что, на Ниагарских водопадах? Что там, ну? Я говорю, у тебя шум воды какой-то. Ты с телефона или с чего? Алло. Алло, Нина. Алло. Алло. Чего у тебя там было? Чего было? Да, у тебя шум какой-то был. Да у тебя шум был. Да ладно. А я у тебя слышу. Я у тебя слышу. Сука, почему у меня черный экран? Бред какой-то. Да ебал в рот, почему у меня черный экран? А, блять, сука. Почему черный? Да у меня черный экран, я не знаю, что у меня там. Во! Ага, приехал, во! Я вижу. О, прикинь, меня тут свежий попался игрок, который вообще почти что не играл в МКшку. Ничего себе. Сейчас попробуем. Свежее мясо. Он даже не знает, кого взять. Это забавно. Ну-ка.
Курим. Там пиздец. 3 часа. Да там пиздец. Сидим. Мы не настроены. Пиздец. 2:30. Никит. А? Сколько время? 2:30. 2:30. Ну да. Си, привет, Сири, блин. Сири, привет. Кому? Сири, привет. Сири? Сири, да. Суки. Ну пиздец, я его разъебываю. Ой, бля, чувак, я вызе его разъебал. Он вообще не знает, что делать даже. Блок не жмет. Я первый раз. Я сейчас фаталити пиздатый сделаю, слышишь, чувак, на нем? Заценишь? Да, чувак. Да, блядь. Он куясь, хватит. О, зацени, чувак. Слышь, на стримчике зацени фаталити. Мама, я на стриме. Да. Это моя любимая. Какая любимая часть твоя? Ну, фаталити. А. Ты видишь его? Да. Вижу. Да. Ебись. Да. Да, уж только на таких рачках я и могу делать фаталити. Сука, одни задроты сидят ночью. Вообще, чувак, не с ним мне поиграть. Ну вот это он. Да. Вот, мы смотрим. Слышишь себя, чувак? Да.
блядь, ебаный ублюдок он меня заебал. Затрот ебаный. Пиздец. Блядь, чё, хочешь посмотреть, как меня ебут, блядь? Я даже тычку не могу сделать. Сука. Ой, блядь, ну вообще, вообще какое-то говно. Ой, блядь, не знаю, или может все. Можно и все. Расстроюсь я спич. Ебал. Ты съебал. Ты в Херстоун играл? Да, да. Как он тебе? Да нихуя, не интересно. Я даже не пробовал. Сыграю в Dead by Daylight. Да, ты вообще жжёшь, конечно. Говно и есть говно. Я пошёл. Залить надо. Хорошо. Игроков? О. Да нет, чё. Да, закачаем, он где-то не будет. Да. Да. По первому числу мы отдаём. У нас тут жесть, не клавиатура. Да. Что, блядь, лол, я ее не обновил. Кого не обновил там? Да игру я хотел в игру сыграть, а она не обновлена. Это ты? Угу.
Что за код? Зачем? Обнову качать. Нахуй Ваня в скайпе-то сидит, блядь, не молчит, В скайпе? Он же не сидит в скайпе. Сидит. Не. Ну, наверное, подключился тогда, хуй знает. Сука, дебил, не понимаю. Он либо, блядь, пиздит, либо спать пошел. Киллинг флур, что ли, сыграть? Мне нравится эта игрулька. Бля, во что мне сыграть? Может, GTA-шку? Тоха, знаешь, Dota сделана под виртуальную реальность. Ну да, знаю. Блять, мне интересно, что за фигня они там придумали. Ты, кстати, заценил игру, что я скинул тебе? Чё ты скинул? Ну, в скайпе, ссылку. Я же говорю, с телефона. А, бля. GTA. Да ну и нахуй она неинтересная. Доту. Сыграть еще раз в доту. Форза. Форза. Ой, блядь, я, наверное, хитнула себя. Или нет? Почему я не могу на рандом игру выбрать? Ладно, в Killing Floor сыграем. Какой разницы? Фик S2? Почему в эту игру играют 2000 зрителей? Кто играет в нее? Ну да. Нет. Ролем. Понимаешь, это индус мобиль был, который не есть. Ну, конечно. Не, вот этот. Да-да. Форд. Чё я помню? Или он? Холден.
Он берет Мазерати и короче. Субарху. Честно. Порвать тех нахуй. Нет, ну. Нет? Давай Субу. По-моему, вроде не со всеми хотят. Если не срабатывает, ну, значит, нельзя. Давай, вон, включу. Ну, он едет на события. Вонечки на воде. Уехал. А, вижу. Вижу, да? Ну, вот, так, до свидания. Что я там улицу лежать надо? Так, куда я уже? Светится? Блять, ну, что нахуй? Нахуй? Отлично, вот, кстати, не знаю, есть на карте. Желтый. Как бы ягонка должна быть. Или это прыжок? А, нет, это прыгнуть надо. Да, это прыгнуть надо. Вижу, даже нет. Ты не понравился. Ролистый, блядь. Нет, слишком плавно получится. А ты до этого прыгал на бумере, тебе не нравилось. Давай, покажи классно, суток. Супару. Качай, конечно, не лучший вариант был. Говно и есть говно. Ты все, успокоиться не можешь. Макарена, блин. Ну, постарайся, что это хотя бы сбалансировано, что все соперники по твоему уровню машину разбирают. Видишь, что же там, не сидишь, Вы вдвоем играете там, или что?
Кто? Алло. Зигбасиша. Не знаю, я не могу. Эй, чувак, ты тут? Я ее просто не прокачал, она стандартная. А что мне крыть по прямой даче? А ее спустилась. Субару. Максимал, побольше будет. Ну, заедет, вернуть. Писька. Ну и на определение в этом смысле. Никит, ты тут? Да, да, да. Алло. Ты уже? Не, внизу. Внизу? Ты меня слышишь, алло? Во сколько я обошел? Алло. Алло. Внизу.
блядь, чувак. Эй. Мне деньги нужны. Можно тебе? Мне деньги нужны. Типа спать, что ли, лечь? Патриарх. И у меня в запасе новые трюки. Вы уверены, что я не знаю, как вы так далеко дошли. И куда вы уходите? Я с тобой спрашиваю. Пожалуй, вам пора бежать.
It's about time. Еее. Ебать, сука, я последнего убил. Пиздато. Что ли? Ну тут на 10.
Мы уже знаем, что... Нравятся пранки? Подписывайся на Пранкоту, если ты все еще этого не сделал, или жми на колокольчик, чтобы ничего не про... А вы не обращались никуда? Так, а куда обращаться-то, если меня, значит, депутат, значит, тоже один там, тоже мусульманин, говорит, надо меня наказывать, куда мне обращаться-то, к кому, если меня вот уже осуждают, меня никто, кто меня должен защитить, скажите мне, пожалуйста. Также прокуратура должна вас защитить. Вам, да, прокуратура меня не защищает. Жизни. Прокуратура меня не хочет защищать. Прокуратура хочет меня осудить, потому что прокуратура не понимает тонкого юмора и тонкой шутки. Ага. Там же, поймите, там же не Коран был, а Библия. Это совсем другое дело. И носок был не дерьмом, это было просто шоколадным. А можно нам наши титечки жалобы по предложению? Типа, она тебе будет задавать вопрос, ты будешь отвечать, вопрос? А потом ты будешь задавать вопрос. Ну, охуенно, я, да, правила объясняю? Короче, у вас сейчас будет интеллектуальный баттл с данной дамой. Ответите мне на пару вопросов, Дмитрий. Да сколько угодно. Хорошо. В каком году? Вы цепляете немножко? Отменили крепостное право. 861. Ну, не 861, а 1861, так. Вот ты смотри-ка, чё, ёбаный умник, а? Теперь следующий твой вопрос, Дмитрий. Так, что-нибудь попроще, да, начать? Из такой же серии. Ну да, типа, кто делает муму, там, гав-гав. Тебе, в принципе, такой же вопрос задали. Что надо сделать, когда заходишь в хату, в тюрьму? Вот ты заходишь на хату, и там дохера мужиков огромных, татуированных. Что надо сделать сразу? Ну, она вот как татуированный мужик почти. Я, пожалуй, отвечу. Сука, блядь. Вечером